Теперь все точно хорошо. Только надо поменьше орать. Побольше говорить. Если я ору, то подальше от микрофона. Тогда все будет окей. А то у меня микрофон чувствительный получается. Я его всегда пихаю, блин, почти себе в рот и все. Ничего не могу с этим поделать. Но очень хочется мне, чтобы мой голос точно был слышен. До этого у меня все время было такое, что меня плохо слышно, плохо слышно, плохо слышно. Из-за рейзеровских наушников что-то плохо все время слышно. Теперь все хорошо слышно, и я теперь все время, блин, пихаю себе в рот этот микрофон. Как можно ближе. Как можно глубже. Ой, я только подумал, как это двояко звучит. Ха-ха! У меня сейчас... I'm a scared man. Прикольно, что... прикольно, что у меня передвигается камера сама по себе, когда я в кашу больше 30 секунд. Это очень прикольно. Должен признать. Прям как в War Thunder, что ли. Ха-ха! Прикинь. Мы не дали отметительную меточку на оружие. То есть у меня будет одна меточка, серьезно? Оу, на оружие? Это что за Warface? В смысле, на оружие, короче, дает меточку за то, что, типа, текущий показатель выше, чем у 60% игроков, играющих на этой технике. О-о-о. Обалдеть! Вот это не у всех есть. Я тебе так скажу, еще раз пригласи, пожалуйста. Ай, пригласись. Максимальный уровень звездочек это 3 всего. А у меня 1. Найс. Присоединяйся, давай. Присоединяюсь. Обалденно. Все будет офигенно. Несомненно, все будет офигенно. Офигенно, несомненно. Я думал, КВ-1, ну ладно. Да так сойдет, нормально. КВшка. Итальянец, КВшка. КВшка итальянец. Вот. КВшка итальянец? Да. Стать одним единым с КВшкой итальянцем. Да. Да вообще такие слова, типа стать одним единым, слиться в едино. Они такие. Однажды меня на 4 уровне не пробили через 6 уровень. Просто этого достаточно. Ха-ха! С Димой разорались из-за этого, типа. О, 6 уровень не пробил, повезло. Это был эпичный, я так скажу. Блин, как противно, когда по тебе кто-то что-то ползает. Ну, понятное дело. Все, я загрузился. Ха-ха! Подожди меня! Вдруг я сейчас перевернусь. Я выбрал оптимальный съезд. За кратчайшее время, куда передо мной уже стреляют? Ты чё? Ты чё? Хо-хо! Это да, это найс. Чё ж ты такой быстрый? Я такой быстрый? Да. Я быстрый. Вот и... Неплохо. Неплохо. Хо-хо! И Игорь? А? Помощь? А? Шучу. А! Это тяж! Нет! Как у меня пробивают так? Если я так не могу пробить. Игорь, goodbye. Я его уничтожил. Мне уже хватит на сегодня. Один хп.
У. Процент. Это трех. Все, я доволен собой, меня можно уничтожать. Все, я доволен. У меня победительская музыка играет, все. Как дела? Я доволен нормально, собой. Нормально, нереально. Реально больше никого нет, что ли? Был еще, еще один был. Был еще один. О, смотри, вот я хочу, чтобы он меня убил. Они оба умерли в одной и той же позе сзади, сзади. Ага. И вправду. Справа, чел, если че. Справа? Шутка. Слева, слева, о, да, левее, танк. Левее рули, левее. У меня сломан движок, что ты проходишь? Правее. Куда? Правее. Стоп, левее, вон там он. Если я доползу до... Ну ладно. Если я доползу... Ладно, я никуда не доползу уже. Easy real talk. Easy peasy lemon squeeze me. Squeeze me. Я сейчас фразу Марка Плайера повторил. Скорострельность составляет 2,5, точнее 2,5 выстрелов в минуту. Сантиметра. Не зря я играл на этом танке. Нет, у них КВ-2, нам конец, Игорь, нам конец. А у нас тоже КВ-2. И что, но этот может его убить, а вот нас любой убьет, потому что мы не пробьем, у нас 2 метра пробить. Все, что выше КВ-1, мы не пробьем. А, нет, все, что выше Хедзера, мы не пробьем. Ну, короче, членов экипажа можно пересадить на другую технику или высадить в казарму. Вот если бы я сейчас играл в 2011, то мне бы эта подсказка очень сильно бы помогла. А что у тебя нет. За дураку? Я уже тогда знал. Что у тебя за дураку? Чё? Чё у тебя за дураку? Я не знаю! Я чё не загрузился, дай мне загрузиться! А, точняк, ты же в тот раз поставил, так и не убрал. Ты так и не сказал! Нет. О, картошка. Я тебе не говорил ставить такую пушку, то гаубицу. Ты мне не напомнил убрать ее, я имею в виду. КВ-2, дай дорогу. Тупой, живот. Угу. Не знаю. Хо-хо! У меня забор прямо на глазах прорисовывается. Ой, нам вот прям вот сейчас, он прям вот сейчас прорисовывается, прям передо мной. Красиво. Его просто моментально строй, что ты даже не хорошо видишь. Хо-хо! Наверное, просто у той нету такой разруша. Ни хрена себе, все разлетелось. О, будочка. Я будочку выкатил вперед. Не, не хочу сейчас рисковать. Вдруг там КВ-2 сводится. Здрасте! А вы верите никого в Бога? Угу. Здрасте, а вы верите в Бога? Человек у меня прилетает смачно. КВ-2. Угу. Хо-хо! Один. Точнее, не пробивает. Толкай его, мы сейчас так доедем до Берлина. Преграда, живой щит. Ну как живой? Я застрял. Тихо, не надо. Справа. Чича. Молодец. Не за что. Логично. Тут не двигайся. Я свелся на него. Я не смог, потому что ты подвинул. Ни хера ты там прикатил ему бочку. Тут это с другой стороны проблемки. Тут КВ-2 перестреливаются на гигантской дистанции. Хо-хо!
Тут это с другой стороны проблемки. Тут КВ-2 перестреливаются на гигантской дистанции. Он меня не пробивает, прикинь. Кумулятивом, голдой. А я момент, мне надо выпустить мурлыку. Клей, момент. Клей, это все. А убили или нет? Убили, все, поехали. Хриплю. Подожди меня! Дай мне свежесть. Подожди меня. Подожди. Серьезно? А почему? Подожди меня, дай мне свежесть. Логично. Ой-ой. Ага, ты тоже слышал? Пидор! О, он меня тоже не пробил. Лох. Пидор. Мантала пушиная. Мантала пушиная. Бабах! Красава. Уничтожен. Ну, минус 3, минус 1. Получается минус 4. Найс. Найс. Я тебе говорю, КВ-2. Ой, КВ-1 это вообще мощь. Сбивается у меня вопрос. Ты едешь. Хо-хо! Сбивается у меня вопрос. Ты едешь, у тебя что-то льется, что-то сыпется. Вот сейчас у тебя что-то льется. Че это? Бачик. У тебя там кто-то бухает, что ли, или что? Бачок потих. Да. Это все объясняет. Мы выиграли. Серьезно. Я в никуда выстрелил. Меня даже не засчитало за сервер. Хорошая работа. Пожалуйста, дайте медальку одну. Нет, не дали. Ничего нормального. Ничего нормального. Да. Подробный счет. Подробный счет. Хо-хо!